Добрый день, уважаемые зрители ТВ-клуба «Континент». Сегодня четверг, 14 декабря, и очередной инфовыпуск веду я, Миша Герштейн. События в Украине и Израиле подробно освещаются в других наших выпусках, и я, как обычно, расскажу о наших американских событиях. Неделя началась довольно сенсационно. В воскресенье Илон Маск, устроив опрос, в котором приняло участие около 2 миллионов человек, восстановил после 5 лет вечной блокировки Алекса Джонса, создателя сайта InfoWars и большого любителя разнообразных конспирологических теорий, некоторые из которых, как ни странно, оказывались недалеки от истины. За восстановление его аккаунта проголосовало примерно 70% участвовавших в опросе, и у либеральных СМИ в очередной раз наступил нервный срыв на почве ненависти к Илону Маску, и они стали рассказывать, что до окончательной смерти X, бывшего Твиттера, осталось совсем чуть-чуть, потому что сейчас Тим Кук, CEO компании Apple, с треском выгонит его из своего Apple Store. Почему пользователи не смогут со своих сайтов просто открыть страницу X бывшего Твиттера в браузере и делать то же самое, что они делают из приложения, СМИ пока решили не уточнять. А едва оправившись от Алекса Джонса, СМИ получили сразу несколько других ударов. Про официальное начало процесса импичмента Джо Байдена и про несостоявшийся допрос Хантера Байдена в Конгрессе вчера подробно рассказал в своем инфовыпуске Игорь Туфельд, но на этом проблемы Байденов не закончились. Джилл Байден занялась украшением Белого дома к Рождеству и заодно пригласила для этого мероприятия танцевальную группу Doran's Dance, которая исполнила в Белом доме что-то отдаленно напоминающее балет «Щелкунчик». И то потому, что все еще помнят великую музыку Петра Ильича Чайковского. Больше ничего от «Щелкунчика» в этом не было. Народ в X, бывшем Твиттере, не смог пройти мимо этого душераздирающего зрелища, которое, по мнению многих, было точно не для детей. Потом еще выяснилось, что это танцевальная группа, радикальная анти-вайт группа, призывающая разогнать полицию, отменить тюрьмы и цитирующая у себя на сайте горячо любимую всем советским народом Анджелу Дэвис. Народ так распереживался, что почти со слезами на глазах стал вспоминать рождественские украшения и праздники, которые устраивала Мелания Трамп. Даже Меган Келли, журналистка, бывшая с Fox News, которая потом оттуда ушла, ударилась в эти воспоминания. И, правда, несмотря на то, что Трамп недавно сказал, после дебатов, которые она проводила, что Меган Келли совсем уже никуда не годится, ну, не то чтобы она куда-то годилась раньше. Специальный прокурор Джек Смит упорно пытается начать процесс 6 января, 4 марта 2024 года, за день до так называемого Super Tuesday, когда президентские праймерис пройдут примерно в один и тот же день, пройдут примерно в 15 штатах в один и тот же день. И очень часто после Super Tuesday уже окончательно ясно, кто будет номинирован на съезде партии. Но похоже, что партийный заказ Джеку Смиту выполнить не удастся. Сначала адвокаты Трампа потребовали, чтобы судья Таня Шуткан, судья этого процесса, прекратила этот процесс, потому что у Трампа 6 января 2021 года еще был президентский иммунитет. Таня, как настоящая вашингтонская судья, этот иск не удовлетворила, ссылаясь на то, что Трамп действовал не как президент, а как участник избирательной кампании. Адвокаты на этом не успокоились и подали иск в апелляционный суд. И пока решение не принято,
Судья в этом процессе века приостановила процесс, поставив под угрозу так сильно полюбившуюся Джеку Смиту дату 4 марта. Поэтому Джек Смит решил обойти апелляционный суд, что в приличном обществе не принято, и подал иск сразу в Верховный суд, слезно попросив его рассмотреть это как можно быстрее, потому что от этого зависит судьба демократии, очень сильно сгустив при этом краски, как водится, намеренно исказив факты. Верховный суд сказал, что рассмотрит как только так сразу, то есть не раньше 5 января, когда отдохнувшие судьи вернутся после зимних каникул. Но каникулы полагаются не всем, поэтому адвокаты Трампа должны к 20 декабря написать ответку на заявление Джека Смита. На этом проблемы у Джека Смита не закончились. Верховный суд принял к рассмотрению иск одного из узников 6 января, Джозефа Фишера, о том, можно ли было обвинять его в обструкции, создании препятствий в этом случае, или этот закон не мог быть применен. Это может повлиять еще на 325 человек, а адвокаты Трампа, разумеется, воспользуются этим, чтобы отложить начало суда над Трампом до тех пор, пока Верховный суд не примет решение по делу Фишера. И шансы на то, что суд начнется до выборов, внезапно стали стремительно таять. Демократы так от этого всего возбудились, что стали требовать, чтобы судья Кларенс Томас, главный консерватор Верховного суда и большой сторонник Трампа, взял самоотвод при рассмотрении этого дела. И неожиданно, разумеется, в кавычках, выяснилось, что во время выборов 2020 года, в которых 43% голосов были отданы по почте, была масса нарушений. Очень уважаемая за умение проводить опросы организация Расмуссен вместе с Хартланд-институтом провели серьезное исследование, в котором выяснилось, что больше 20% голосовавших по почте нарушили тот или иной избирательный закон. Около 17% голосовали в тех штатах, где они уже не были постоянными жителями, а 19% заявили, что за них заполняли избирательные бюллетени их родственники или друзья. 21%, что они заполняли избирательные бюллетени не только за себя, но и за товарищей. Это все серьезнейшие нарушения, и при таком массовом голосовании по почте они могли и наверняка повлияли на общие результаты, поэтому смешно было ожидать, чтобы СМИ хоть слово сказали об этом исследовании. Предчувствия нас, разумеется, не обманули. И в конце нельзя не упомянуть скандал с Джеффри Эпштейном. Ну, с ним, конечно, не с ним самим. Он, как известно, несколько лет назад повесился то ли сам, то ли не сам в нью-йоркской тюрьме, а с доступом к его так называемому flight log, то есть список клиентов, которые, людей, которых он возил на своем самолете на свой остров, где он их снабжал несовершеннолетними проститутками. Тед Круз и Марша Блэкборн, два сенатора-республиканца, потребовали, чтобы им был предоставлен доступ к этому документу, но председатель этой комиссии Дик Дербен тянул время и дотянул до того, что этот запрос не был удовлетворен, отменен из-за того, что закончилось время. А Маршал Блэкборн и Тед Круз, конечно, выступили тут же заявлениями, сводящимися, очевидно, к тому, что почему нам не дали этот доступ, что же демократы скрывают, но пока никаких подвижек в этом нет, но мы за этим продолжаем наблюдать. И на этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. До свидания.